груди. Покажи, что есть для Тита Мира. Ладно. Всем привет, здрасте. Сейчас мы находимся в клубе РБ. 22 числа приглашаем всех на просто сумасшедшую вечеринку. Ждем всех, прилетайте. Дмитрий Лайт, как раз он здесь находится. Crazy Birthday Party. Будем отмечать, гулять, бухать, орать и просто устроим жесткую вотканалию. Ребята, тусим. Сидеть дома. Самый вкусный, так, виски с колой. 22 апреля, всех жду на мой день рождения. Жду 22 числа у нас в клубе на праздновании дня рождения Дмитрия Лайта. Будет очень круто, очень весело и очень крэйзи. Добро пожаловать. Крэйзи? Крэйзи! Крэйзи, дайте микрофон. Crazy. Парни. Crazy. У нас тут такие еще парни есть, это все диджеи, ребята. Crazy. Ну что? Будет большой торт, поэтому крэйзи. Кстати, он сзади появился, прикинь. Крэйзи. 22 числа, день рождения Лайта. Мы отметим его. Это комментарий просто пьяного официанта, который у нас постоянно жжет. Понимаешь, он бьет стаканы, летают бутылки. Я ни одного стакана не разбил, я лучший официант. Ребята, Некрасов меня любит, просто не признается. Видите? Дорогуша. Это вот настолько жарко у нас будет, да, 22-го? 22-го на крэйзи, я буду тушить лично огнетушителем всех. Да? Не. Огнетушитель, да? Огнетушительное место на крэйзи без депати вот здесь.